Всем привет! Это Сергей. Я продолжаю тестировать Oculus Rift DK2. И игра сегодня у нас в программе называется Vox Machinae на Unreal Engine, и она использует геймпад. Надеюсь, сейчас все заработает. Calibrated. Да. Space Bullet. Вообще не представляю, что сейчас будет. Но с геймпадом это круто, конечно. Ух ты! Ух ты! Vox Machinae. Exit Tutorial Mission. Давайте начнем с туториала. Loading VR training program. I will instruct you in grinder operation procedures. Press the B button to open your grinder's blast shield. Beautiful. I could look at that landscape all day. Steer your grinder left and right with the left stick. Try turning all the way around. Good work. Your skills now rival those of a chimpanzee. Adjust your grinder's drive. Now you're moving. To stop, push in the left stick. That was the best button pressing I've seen in the last 5 minutes. Press left trigger to fire your laser. The laser is a precise weapon, good for targeting a specific location on your enemy. Press right trigger to fire your missiles. Missiles damage everything in their blast radius, including yourself. Firing weapons generates heat. Heat dissipates over time. If overheating, firing your weapons could trigger a temporary shutdown. Hold the A button to activate jump jets. Up and away. Fuel is limited, but regenerates over time. The left stick lets you maneuver in the air. The directional pad makes lateral movements. Try jumping on top of the cube in the center. Офигеть! Какой крутяк! Я пилот робота. О чем еще можно было мечтать в этой жизни? Так круто все выглядит внутри в кабине. Все проработанное, красивое, все кнопочки. Jump onto the cube in the middle using your jump jets. Сейчас запрыгну. Congratulations, you are not terrible. An enemy grinder is now below you. Destroy it. Ну, враг, где враг? Не вижу врага, где карта? Вон он. Сейчас на тебя спрыгну прям. Получи, Варина. Куда побежал, урод? Destroy the enemy grinder. Wonderful. Enemy grinder destroyed. Completed training mission 1 of 84. You are now ready for combat. Фу, аж голова закружилась. Welcome to planet Topaz 07. Ambient temperature 341 Kelvin. Systems functioning within specifications. Нифига себе. Incoming message from command. А он здоровый. New orders. Search the desert for missing friendly grinder. Можно? Use caution. Enemy units have been spotted in the area. Да ладно, у меня аж руки шевелятся даже. Это ляжки у меня.
Руки волосатые. Да, что делать-то? Забыл, какой кнопкой. А, во. То есть я могу и закрыть кабину, когда захочу. О! Прикольно. Пойдем. Посмотрим. Догоню. Куда пошел? Мне руку сломали. Черт, а я без левой руки, без лазера остался. И ноги повреждены, походу, вот тут нарисовано. С закрытыми глазами. Ой, ноги поломал. Прикольно тут. Что делать-то дальше надо, непонятно. Туда на гору, наверное, забраться. Это что такое? Это тень или не тень, непонятно. То ли тень, то ли глюки от чего-то, не могу понять. Ух ты, какая красота. И горы большие на горизонте. Не хватило чуть-чуть. Давай, 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 давай. Залезем, посмотрим. Или это край карты? Нет, не край. В темноте посижу. Смотрю на свои волосатые руки. Блин, так круто все внутри смоделировано, просто шикарно. Единственное, непонятно, что делать надо. Просто путешествовать по пустыне.
компьютер. А компьютер. О, тут еще можно вот так делать. Маленькие рывки. Чувство, что я уперся все в невидимую стену. Да, я куда-то походу забрался, куда было не предназначено. Вон там уже глючат текстуры на моделях. Что делать, непонятно. Просто какое-то хождение на роботе по пустыне. Что-то дымит. Вон, посмотрим, что дымит. Это что ли тот робот, который взорвал, я круг сделал по карте? Или что? Где они? Вот. Внезапно. Там их еще двое. Куда побежал, скотина? Такая походка у него дурацкая.
Эй! Эй! Черт, я на одной ноге остался. Поход, сейчас меня разнесут. Теперь только прыжками могу перемещаться и потихоньку крутиться на одной ноге. О, я прошел. У-ху! Я задумал, все, мне конец с одной ногой. Вы знаете, мне весьма понравилось. Конечно, сыровато, но представить какой-нибудь мех-командер или любую игру, хоть гриндайзера в VR, в Oculus, это просто будет шедевр. Vox Machinae. Очень понравилось. Отличная игра, всем рекомендую. Это был Сергей, мы играли в Oculus Rift, и мы увидимся в следующих видео.